Всем привет, с вами Рэдди, сегодня мы играем опять на Only, тут вышел новый модпак, сейчас выйдем, я теперь в Батыри, как там братва называется, где я уже не помню, Батыриевская, да, так, где, да, Батыриевская братва, так что пацаны, это самые там, это четкие, давайте туда, я тут, вот, так, давайте фикс-кар, что тут с Мерсом надо загрузить, че, глянь, это ML-ка, давайте фикс-кар, так, это что у нас? Это у нас... Что тут? М3. Понятно, так. Фикс-кар и Nissan GTR у нас... Ну, тот же GTR. Только теперь все без номеров. Так, фикс-кар, давайте GTR выгрузить. Селкар... должны находиться в транспорте. Давайте сейчас на нем проедемся. Я хочу продать и купить BMW. Сейчас вышел модпак, еще хочу съездить. Глянуть. Так. Бенз есть у нас, да? Блин, ну конечно такое себе. Ну максималка мне интересна. Меня вот больше максималка интересует. Такая же или нет? Ух, он чиркает теперь, конечно. Понятно, продаем все. Только я могу так сделать и продать машину. Едем обратно, чтобы нам было на чем доехать. На эмочке доедем. GTR оставим. Блин, конечно. Да. Так. Sell my car. Продали за 4 миллиона рублей. Поехали сейчас на М3. Кто за то, чтобы создать еще свою семью? Я вот что думал. Лок. Давайте на... Так, а какая у нас вторая, да? Донат есть команда? Ладно, так. Понятно. Давайте MN. Донат. Информация по счету. Сколько у нас? 2500, вот. Нам тут чуть-чуть не хватает. Ну, сейчас мы приобрести... VIP-номера на машину. 2500 доната стоит. 2000. Ехать... Эх, ладно. А ну. Да, и на машины выросли цены. GTR 2700, Rolls-Royce 2... i8 вообще в цене поднялась жестко. Ладно, давайте. Так. Так, у меня еще радио включилось. С вами его, конечно, не слышно. Сейчас, короче, еду в автосалон и купим какую-то чилочку. Итак, мы в автосалоне. Еще всем, кто мой подписчик, для вас есть один промокод. Он должен, ну, по крайней мере, 10 промокод. Хэштег. Зареди. Зареди. Далее. Вот, в размере 25 миллионов. Давайте. Для моих подписчиков, для вас есть этот промокод. Так, давайте, где машину? Перейти. Вот промокод я ввел. Так, давайте следующий автоик 6 я не хочу, эту тоже не хочу, гранта нам тоже не нужна, нет, я думаю, М3 тир в салоне есть, тю, ее тир можно продать, она тир не редкая у нас, на, а М5 я так понял нету, так, это РСК какая-то, бусик тир, УАЗик, ну мотики такие как и были, так и продаются, так, 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 одни мотики. Ого. Вот это гелик у нас. Порш, Камри. А вот. Понятно, пацаны, сейчас, короче, берем F10. Вот такую, да, машину. Я специально так сказал. Так, это сколько? 7600. Сколько он стоит? 29 миллионов? А он просто цвет меняется. На. Сейчас, какая самая дорогая машина? Пока мы 29 миллионов, я видел. 17. 27. 21. 15. 13. 57 лямов Lexus.
Ехать. А сколько у нас F10 стоит? А то нам еще и денег не хватит, то мы продадим М3. Так, да давай ты уже быстрее. Так, гелик 46 лямов. Руф 59. 21. 6 лямов, ладно. 16. 36. Так, 21. Не, 22 ляма. Выбрать цвет. 1,1. Ладно, 1 запятая. Где запятая 1? Я вот не знаю, брать М-ку, можешь М-очку взять. Блин, хотя хз. А, теперь назад, я так понял, нельзя листать. Хм. Ну, давайте купить. Так, за место первого авто. Так, давайте выходим. Фикс. Кар. Так, чё, Nissan Silica. Так, загрузить. Биль загрузить. А, финт. Финт кар. Финт кар. Все, погнали тогда. А за сколько мы можем эмку продать? Салкар. Нет. Да, я что-то захотел Lexus себе еще взять. Короче, погнали, сейчас возьмем нашу, что там, F10 мы взяли и прокатимся на ней. Так, мы приехали, давайте это продадим, селкар. Да. 1,5 миллиона? Почему продаем мы так дешево, ё-моё. Полсуммы, ну тут явно не полсуммы. Блин, это, конечно, баг. И BMW слишком высокая, я так бы сказал бы. Блин, что-то мне и БХ уже не нравится. Ну ладно, у нас сейчас денег особо у меня нету. Поэтому да. Сколько ее еще максималочку надо замерить? Сейчас заедем, короче, в тюнинг. Ой, заодно сейчас тут максималку. Поедет нам больше 180. Пацаны. Короче, я понял, что мы сейчас сделаем. Едем в автосалон опять. Хочу Lexus, но у меня денег на него не хватает. Вот, да. Погнали еще в автосалон. Если не пофиксили скорость на E60, то берем E60, а эту продаем. Все, давайте, полетели. Так, взяли мы M5 E60. Да, надеюсь, старушка не подведет. Так. Полетели еще, короче, заодно максималочку замерим. Может, ее осталась старая максималка. У нее там, считай, в 300 почти было. Давайте, короче, прямо, а там от полиции по прямой втопим. Если мы сейчас не упремся в максималку. Ну, давай. Ладно, нам трассы не хватило. Так, а теперь газ в пол. Нитро надо поставить, вот. Что мы сейчас и сделаем. Да. Конечно, я не знаю, откуда камуфляж. Камуфляж сам по себе как-то поставился. Поэтому да. Теперь еще сажают за ПДД, так что, пацаны, смотрите. И сам на красный проехал. Лол. Ну, сейчас и игроков нету. Один админ. И все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Конечно, только я могу снимать в 4 часа ночи. Что ли, или утра. Да. Ну, как появилось время, так и снимаю. Да. Жух-жух-жух. Давайте бочком. Ого. На М-ке бочком-бочком. Так, давайте глянем, сколько ремонт. Так, покраска, транспорт, установки, закись, азот, вот, камуфляж. Так, закись. Сколько? 2,5 миллиона. Блин, да не, закись мы еще поставим и все. А диски почем тут? Ехать. Подвеска неон, красный, синий. Не, пацаны, ну мы, конечно, бомжи, нам такое не дано. Да, поэтому мы можем только установить закись азота. Так. 2,5 миллиона. Так, гидравлика 3 миллиона. В нашем случае 500 тысяч осталось и все. Что за камуфляжи? О.
может хотя бы. Стоимость этой покрасочной работы 375 тысяч. Так, тут же написано... Блин, ну ладно. Мы пытались. Давайте выйдем напрямую и замеряем ее скорость, что меня больше всего волнует. Чё-то мне перед тем, как поехать замерять скорость, я захотел поставить номера. Сейчас посмотрим, что это по номеркам нам фартанет или нет. Давайте забегаем. МВД города. Ого, МВД уже не ДПС. Или что тут было, ГИБДД. Так, получение номеров. Получить номерной знак на... Да. СВН. А, можно так, типа, стоять. А, можно так номера, короче, выбивать. Хорош. Я хочу какие-нибудь хотя бы цифры или буквы одинаковые. Ну, хотя бы. Я уже ничего другого не говорю. Вы приобрели номерознак. С вас 500 тысяч. Чё? Я ж нажал отмена. Понятно. Ясно. Понятно, да. Администрация, помогите мне, пожалуйста. Не понял. Фикс кар. Чё? Финт кар. И где она? Это издевательство. Ладно, побежали. Тыдык-тыдык. Так, давайте сейчас проверим. Поставим так аварийку. Я забрал машину, пока доехал, разбил ее. Но это я, да. Давайте газ в пол с нитро. Давайте выключим аварийку, а то ну и в баню. Смотрим максималку на эту машину. Надеюсь, я ее не зря ее купил. И тут с максималкой все хорошо, как и было. Ну, это лучше. И давайте сейчас заодно замерим там максималку КТР. Вот. Ну, я думаю, это будет лучше всего. Потому что буду знать, и вы узнаете, есть ли смысл переплачивать за ГТР, который за донат, или нет. Кроме как уникальности, он пока что ничего не дает, но мы сейчас узнаем. Вот, поэтому едем сейчас за ГТР и заодно припаркуем эту нашу М5Е60. Так, наш поворот. Так, оба-на. Так, машина скрывается по уголовному кодексу. Вот, да. Вот так, хотел бы еще стать... на пост админа, типа снимать админские будни или что-то типа такого, админ будни, вот. Никогда не было в этом опыта, именно в Сампе. В других играх было, таких как МТА, может кто-то знает, вот. Так. Парк. Там были успешно припаркован. Так, теперь. Так, фикс-кар. Выгрузить фикс-кар. СНТР загрузить. Так, ГТР даже искать не надо, он тут у нас стоит. На ГТР я не буду ставить номера. Лок. Лок, лок, лок. Так, давайте. Сетевые приборы тоже включить. Ой-ой-ой. Блин, а мне интересно. Нитро нету на ГТРе, поэтому я не знаю, мы сейчас сможем разогнаться или нет. Ну, поехали, сейчас заодно все проверим. Бух, летим, короче. Но ГТР все-таки суперкар или как его там, ну да. А, спорткар, во. Вроде бы как считается. И тут есть такой баг, я заметил вот это дерево, вот его надо убрать желательно. Ну, погнали, чё. Ну, все-таки пока что он быстрее разгоняется. Возможно, есть разница. Пофиксили, скорее всего, скорость, как мне кажется. Ну, хотя хз. Сорян, что по встречке. В принципе, сейчас игроков нет на сервере. Нет. Как вы видите, все-таки лучше взять ту же М5Е60. Да, и кататься на ней. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рэдди. Всем пока-пока.